Итак, Honda Серви 3, 8 год. Уже снимал не одно видео. В общем, обратил внимание, что задние колеса стоят немножко домиком. Вот, не сильно. В допуске я делал сход-развал. Вот, но все равно. Значит, несколько раз отпускали подрамник, опускали машину, затягивали, но все равно домик остается. В допуске, но остается. Значит, решил купить рычаги регулируемые. Много фирм делает. Вот. Я взял вот такие. Цена вопроса не помню. Так, где тут фокусировка-то? Сейчас, секундочку. Все в масле. Вот такие рычаги я взял. Машима. Значит, по замене. Есть ли какие-то сложности? Вот. В принципе, первая сложность — это открутить старый рычаг. Нужны ключи на 17. Вот. Ну, у меня дековерт пневматический вот лежит. В принципе, можно и без него. Ну, естественно, брызгалка. Значит, сначала, естественно, мы откручиваем оба болта, чтобы они начали откручиваться. Вот. Верхний крутить немножко неудобно. Сейчас давайте попробую включить свет. Сейчас, секундочку. Вот так со светом лучше. Верхний крутить немножко неудобно, но ничего. Откручиваем верхний, чтобы он начал крутиться. Откручиваем нижний. Собственно говоря, я еще, кстати, подложил на всякий случай. Вот. И вытаскиваем, значит, болт этот вытаскиваем. Вот. Рычаг вниз опускаем. Кстати, не забудьте снять датчик АБС аккуратненько. Он тут на пистончике отщелкивается. Вот. Рычаг вниз опускаем и потом откручиваем верхний. Вот. Естественно, все это ушло на меня. То есть суппорт, все ушло на меня. Вот. Если бы я ставил прежние рычаги, вот, естественно, тогда мне пришлось бы подкладывать под тормозной барабан, опускать машину, чтобы все это сгибалось внутрь, и я мог вставить болт. Но так как рычаги регулируемые, я отпустил немножечко, дал ходу где-то сантиметр 3, наверное. Вот, свободно сейчас вставлю болт и начну подтягивать ключ на 12. Вот. До этого я промерил длину старых рычагов. Также выставил длину новых рычагов. То есть сход-развал срочно не требуется. Ну, потому что я уже ездил с домиком. Вот, поэтому, ладно, передок там. Начало бы там сильно кушать, рулиться плохо, тянуть куда-нибудь. Вот, а здесь, в общем-то, задняя часть машины, можно сказать, тянется за передней. Вот, поэтому это все не срочно. Поменяю впереди, когда там рулевые наконечники, ну, поменяю, проверю, я все купил уже, посмотрю. Вот косточки хочу и здесь тоже посмотреть, поменять, может быть, сейчас посмотрю. Вот, потом займусь тогда. Вот, поэтому здесь сход-развал, мы все померили, штангель-циркуль лежит, вот он, пожалуйста. Все померили, поэтому соберем как есть и будем ездить дальше. Вот, в принципе, что я хотел сказать, сложностей никаких нет. Сначала разбираем здесь, потом разбираем там. И собираем в обратном порядке. Сначала здесь, потом здесь. Протягиваем здесь и здесь. Ну и, собственно, убираем лишнее. То есть подтягиваем колесо на место. Убираем излишний домик, уже можно так сказать. Вот, в принципе, все. Проблем никаких совершенно нет. По времени не скажу, сколько занимает. Вот, ну единственное, что я говорю, что вот открутить старый рычаг. Все. Если все открутилось, считайте, что все вы уже сделали. Думаю, что с той стороны будет проще, потому что здесь, ну, горловина, правда, она не мешает. Все, спасибо.